Вот здесь как какой-то местный соревнование по дзюдо. Малышни очень много. С желтыми поясами все. Очень красиво. Так, там тоже что-то. Ой. Это какие-то танцы. Это французы. Ага. В общем, вот так вот танцуют. Дети пока подготавливаются вот к представлению. Ага. А я что, вниз опускаю? Ну вот так вот могу. Не залапано, не. Это регби. Вон мальчик с поломанной рукой даже в регби играет. Очень интересно. Есть какое-то соревнование по конькобежному спорту. Роллеры. В общем, французы вот так вот отдыхают. Вот тут вот батуты вон прыгают. Ага. Здесь вот такая вот безалкогольная палатка, но она на самом деле пивная. Вот. Тут вот тарзанку, по-моему, натягивают. Вот, тарзанка. Bike and run. На скейте, да. Bike and run, 10 километров. Очень интересно. Здесь тоже какие-то соревнования, куда-то нужно проехать, пробежаться. Вон девочка заползает. Ага, девочка заползает на тарзанку. Знаешь, ты когда говоришь девочка, которая на тарзанку, ага. Девочку, а не на лужу. Да. Вон ее мужик страхует. Страхует ее, пока она заползает. Очень интересно. Солнце слепит. О, вот девочка прокатилась и об эту. Бум! Не могу, мне солнце слишком в глаза слепит. Да не надо мне, ты ходишь. Вот. Итак, мы как настоящие французы идем выбрасывать мусор. И вот стекло. Вот стеклянные бутылки здесь. В специально предназначенные для этого контейнеры. Вот сейчас их будет видно. Погода прекрасная. Завтра у нас последний день подготовки. И в понедельник рано утром мы выезжаем в Лион. Все. Вот так вот живут здесь люди. Вот такой скромный дворик. Никакой защиты. Розочки. Понюхай.
Да, пахнет розовым вареньем. Там линза не залапанная? Ну, не знаю. Вроде нет. Итак. Лучше протереть. Ну, да вроде не залапанная. Вроде бы. Итак, вот наши ящички. Да не. Стой. Не. Вот наши ящички. Амбалажи рециклабля. Уй. Так, это что? Это вот такое. Бумага. Да? Бумага? Можно посмотреть здесь. Нет, бумага вот. Вот. Вот бумага. Магазины, журналы. В общем, это мы положим. Ой, вот сюда. Да, вот. А бутылки мы ложим вот сюда. Погнали. Видимо, насрать, наверное, на то, что банки, может быть. Масло закидываем. Вот такое вино мы пьем. Бургундское. Нет, это не то. Вот такое вино мы пьем. Бургундское красное. Вот. Бургундское красное. Каперсики. Очень вкусные. Перцы вот такие вот. Ага. Так, и прям закрытое. Белое. Бургундия алигате. Каперсы. Да. А пакет? А пакет можно с собой взять. Пакет нет? Нужно с собой? А можно. Пакет, наверное, вот сюда. Наверное, вот сюда пакет все-таки ближе. Да. Хотя. Да нет, вроде вот сюда. Все. Пакет вообще-то не выбрасывает. Оп. В общем-то, вот так вот. Иринка, давай 5. Причем абсолютно не важно, сдаете вы таким образом посуду или нет, налог с вас вычитается так, как будто вы этого не делаете. То есть все, кто это делают, делают исключительно в духе доброй воли. Вуаля. Вот мы такие здесь. Воу! Тихо, 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 тихо. Все-таки что же это за богадельня, а? Ну, ладно. Так. Вот тут, вот это вот вокзал. И вон туалеты тоже вокзальные. Вон вокзальные туалеты. Но так не будет. А вот это вот нас заинтересовал велосипед. Очень интересно, откуда же этот человек приехал. Очень интересно. У него... Ага. Такой этот самый у него. Эспандеры, да. Багажничек. Зачем? Не надо. Нам и так хватит одним. Очень интересный велосипед. С упорами для рук. Очень интересно. Вот такой мужчина на этом велосипеде. Я думаю, что тут никого нет. Вот очень интересный вокзал. В здании вокзала никого нету. Просто никого. Вот это для покупки билетов. А, что? Компостер, да. Компостер. Это тоже что-то непонятное. Это расписание. Поезда. И все. И ничего здесь непонятно. Никого здесь нету. Ни камер наблюдения. Вообще ничего.
Ага. Все закрыто. Все закрыто. Очень интересно. А тут вот рекламки всякие. Интересно. Так. Все понятно. Очень интересно. В общем, никого нету. Очень интересно. Вот такой вот мужчина. У него три флага. Голландия, Франция, Испания и Италия, да. А не знаю. Пятый это что? Пятый это просто, чтобы его было видно. Так, а мы, путешественники, идем дальше. Автобуса с эспандерами нету уже. Мы движемся дальше. Вот этот книжечек набрали. Вот в Бургундии путешествуют, тут разные места описываются. Вот, вот всякие. Ну это вот. Как путешествовать на поезде? Нет, ну тут и места указаны тоже. Видишь? Основные достопримечательности. Правда, точно. Точно, два раза правда, согласен. Очень круто. Но... А здесь вот расписание какое-то. Дижон-Вин. И это показывает, что, наверное, можно с велосипедами. Да, кстати. Очень, тут все эта тема очень... Если бы оно было подешевле, мы бы, конечно, на юг бы... Вернее, с юга бы поднялись на этом самом. Кстати, ты это, сфоткай вот это вот QR-код, надо будет оставишь домой, чтобы было в телефоне. Бачишь? Зачем? Ну, чтоб ссылка на сайт была. Смотрите, какая прелесть. Голуби на крыше вот этой вот. Обалдеть. Вот смотрите, практически никого нету, хотя времени сколько? 7? 8 часов. Но включили радио. По-моему, чуть-чуть где-то музыка играет. Вот эта вот вывеска не менялась с 1949 года. Да, 42-го. С 1942 года. Вот. Вот она висит здесь. Вот тут это. А, так это же вот магазин, в котором мы покупали шоколадки, которые мы снимали. Да. Да. А, нет, 49-го. Вот такая интересная вывеска. И до сих пор этот ресторан? Да, и до сих пор, но магазин. Патиссерия. Да. Пирожные. Вот он до сих пор тут и есть. Очень интересно. Машин уже вечером нету практически. Вот, редкие проезжают, но тут вот вообще мало. Здесь все свободно, там чуть-чуть, сейчас пойдем посмотрим. Вон оно, наш любимый Кашкаш. Пошли перескочим. Оп. Кашкаш наш. Угу. Да. Такая улочка. Пошли вот так вот пройдемся. А там не будет видно, там солнце будет чуть-чуть слепить. Вот так вот нужно стать, зайти его. Безлюдно, ну, все кушают в это время, отдыхают дома, ласточки им кружат. Так, и мы идем вот туда. Миринка, если у нас на Кашкаш денег не хватит, когда мы приедем? Это не такие там супер прям вещи. Нет уж, 20 евро мы найдем на майке и на купальник тебе. Купальник мы тебе купим. Купальник мы тебе купим. Пошли вот так вот, все равно пока никого нет. Ты смотри назад.
романтика. Да. Так это мы только видели один, вот этот вот Луан. Смотри, какой маленький кемпингкар. Ага. А кровать у него где? А кровать у него наверху, наверное. А, нет, это просто поднятый. Это как столик такой, там раскладывается. Очень интересно. Что у тебя за мысль? Вот такой мотоцикл. Очень интересный. 71-й? Да. Мотоцикл вот такой. Одноцилиндровый. МЖ, Морган, наверное, ну, не знаю, Манет Гойон написано. Очень интересный такой. Очень интересный мотоцикл. Такой с коробкой, с тормозами. Все как надо, очень. А вообще это магазин кухни. Угу. Да? Мебель. Понятно. Хороший мотоцикл. Там не надо. Братан, вот ты хотел спросить, вот мы совершенно электровелик, 1100 евро, 10 ампер час литиево-ион, 50 километров в режиме эко, Оливио 8 скоростей, вибрейки, 26 килограмм. Вот такой вот велосипед. Вот кафе такое, табак, и вот цены. Табак, да. И вот тут вот, вот такие цены. Вот это, подожди, давай с начала. Я покажу. Кофе. Угу. Ты говори за мной. Кофе. Орехи. Орехи. Не трогай его, чтобы это. Так. Шоколадные конфеты, кстати. Ага. Чай. Так. Жюдефуи, фруктовый сок. Перье – это вода газированная. Ну, кока-кола, понятно. Оранжина – это из апельсинов такая вот, такой газированный напиток. Угу. Это не знаю. Да. Вино обычное столовое. То есть красное, белое и розовое. Вино Кот Дюрон, Макон, наверное, да? Кира. Кира, помнишь, Мирей пила из этого курса? Что такое Кира, интересно будет? Не знаю. Аппетит, аперитив, анис. Даже не знаю, что это. Рикара, это такой спиртный напиток. Очень такой, как настойка, что ли. Виски, ну это все алкогольные напитки. Да, Малибу, водка. А это же Пор Водро, Секьюрите, Локасьон. Локо, Сурвиянс. А Сурвиянс, видео. А, здесь ведется видеонаблюдение, нет? Перманент это иногда видео. Ну как, перманент это иногда, временами, временное видео. Угу. Очень интересно. Журналы тут у них. Куча журналов. Просто. Пахнет хорошо. Угу. Куча журналов вообще велосипедных, мотоциклетных. Была бы моя воля, я бы, конечно, очень много журналов. О, Ира, это же наш мотоцикл. А, нет, почти. Очень много журналов. Обалдеть. Журналов, конечно, пачками просто. Обалдеть. Ты Лину ищешь или хоть что-то? Очень интересно. Ты посмотри, сколько здесь по мотоциклу, Иринка.
Вот такую? Да. Слушай, ты посмотри, сколько здесь по мотоциклам, а? И такой, и сякой. А? Да, ты посмотри, обалдеть. Мотожурнал FR, да хоть на сайт зайти. Пожалуйста, пожалуйста, обалдеть. 5 евро, смотри, какие толстые журналы мотоциклетные. Очень много прессы, так что то, что говорят, что покупатели фоток будут обращаться в сторону, вернее, что переходит в интернет, это все брехня. Журналов масса. Так, пошли. У нас пока денег все равно нет, нам оно не на этот раз нужно. Так, тоже машины, 2CV, вот это вот легендарный, очень интересно, журналы всякие, очень много всего, кроссворды, очень интересно, ну, открытки. Очень интересно. Да, очень круто. Да, вот такие трубы здесь в антеннах все, хотя мне непонятно, что они ловят. Ой. Ага. Ой, какой комбайн огромный. Сейчас он поедет к нам, это точно. Прекрасно. Комбайн поехал к нам. Боже, он там машину ту не переедет хоть, нет? Ага, охренеть. А вот очень интересная машина. Короткобазный патрол, турбодизельный, и тетя за рулем. Очень интересно вообще. Новым S-классом со старым дедом здесь никого не удивишь. E-классом. Неважно. Речку 100 раз уже снимали. Вот трубы, в общем, красивые. Так, мы хотим снять, как Иринка гоняет голубей. Давай. Давай. Все. Голуби. О, а вон везут машины. Видно, не? Все. Голубей, вон они, вон их сколько полетело, смотрите, о, шороху навели мы тут. Ага. Все. А мы движемся домой.